Это очень трудно открываться другому человеку. Порой трудно рассказывать о себе такие вещи, которые не расскажешь ни маме, ни другу, ни своему партнеру. Нужен такой человек, чтобы было не страшно оказаться уязвимым. Важно оказаться в безопасности. Сейчас, когда я сама работаю психологом, я понимаю, что недостаточно дать какие-то рекомендации, недостаточно дать какие-то советы, недостаточно просто слушать. Нужно что-то еще, что-то более важное. Поэтому в своей работе я опираюсь на идею того, что настоящие изменения, настоящая помощь возможна только тогда, когда человек доверяет. И именно эту атмосферу доверия я и стараюсь воспроизвести на своих консультациях. Когда человек чувствует, что ему можно. Можно ругнуться, посмеяться, заплакать, вести себя так, как в обычной жизни. А все мы, конечно, играем какие-то роли. Мы являемся детьми, мы являемся родителями, мы приходим на работу, мы являемся работниками. И таким образом иногда очень важно прийти к психологу и ощутить себя собой, таким настоящим, без всяких ролевых моделей. И именно в таком состоянии возможна помощь, возможны какие-то изменения. Я работаю в подходе когнитивно-поведенческой терапии. На сегодняшний день это один из самых передовых, научно доказанных методов психотерапии в мире. Я знаю, что сейчас психология не стоит на месте, очень много всего нового открывается, происходит в науке, и поэтому я всегда в поиске всего самого нового, полезного и эффективного для моих клиентов. Чего можно ожидать от работы с психологом? Ну, во-первых, изменений, настоящих, тех изменений, которые происходят не только на уровне верхушки айсберга, а потом через некоторое время все скатывается к исходной, а тех изменений, которые вы можете ощущать и чувствовать достаточно долгое время. Мне нравится такая идея, что работа с психологом — это экономия вашего времени. Того времени, когда залечиваются ваши раны, прощаются обиды, когда вы экономите свое время для того, чтобы построить здоровые, хорошие отношения, быть счастливым, наслаждаться этой жизнью и развиваться. Поэтому я вас прошу, не теряйте время. Приходите работать с психологом, когда еще не все запущено, когда еще можно что-то повернуть вспять, когда еще можно надеяться на восстановление. Но даже если вам кажется, что уже поздно, все равно это может стать вашим новым началом. Просто приходите.